Привет, друзья! У нас сегодня 19 января. А чем знаменателен этот прекрасный денек? Тем самым, сочельник. Сегодня надо купаться. У нас, правда, нету особо в Швеции сегодня морозов, ну, в Стокгольме. Плюс один. Морозы у нас кончились пару дней назад. Тем не менее, мы идем купаться. Ну, а какое купание без бани? Скоро увидимся. Мы находимся в Дома Руден, кстати говоря. Шведская банька. Очень классная. Советую всем. Потом ссылочку дам ниже. Чем знаменательно это место? Здесь, в этой бане, можно снять домики. Вот такие маленькие. Здесь хорошее кафе. Есть место, где поиграться с детьми. В основном, наверное, летом больше. Как поиграть в волейбол, футбол, покататься на качелях. Полазить, покупаться. Озеро прекрасное, большое. Ну и само собой, я думаю, что здесь, в этом месте, находится самая лучшая баня. Наверное, что я был на этом континенте вообще. В Латвии, в Швеции, в России в бане, честно говоря, не ходил. Но эта баня просто изумительная. Топится на дровах. И самый кайф, что вы бегаете, и перед вами огромное озеро, чтобы искупаться. Сегодня оно замерзшее, как это здорово. О, видали?
Как ощущения? Нравится? Да. Купаться здорово? Да. Будешь еще купаться? Нет. Эмма, сочельником тебя. Сочельником. Поздравляю. Мне будет 2 мороженые, а я купалась. Молодец. Ты самая лучшая. Пока, бабушка. Пока, бабушка. Тебе будет 3 мороженых, если ты будешь купаться. 3 мороженых, бабушки, 3. Давайте, купаемся все. С праздником всех. Классного настроения, здоровья, главное. Смотрите, какая красота. Смотрите, как здорово.